В центре Твери продолжаются работы по благоустройству. В порядок приводят площадь у стелы «Город воинской славы», сквер на площади Михаила Тверского и примыкающую к ней улицу Андрея Дементьева. Глава города Алексей Огоньков проинспектировал ход ремонтных работ. На улице Дементьева параллельно с дорожниками работают специалисты Зеленстроя. За благоустройством этого объекта внимательно следят и местные жители, которые, пользуясь случаем, озвучили главе города свои предложения. Деревья вообще вы все хотите убрать? Ну, так не все. Сорные, они там помечены. Сорные ясень. Да, и там они были помечены зеленхозом, как которые... Как раз, те два дерева, которые... вот. Два дерева, и елки там есть плохие. И они в том числе. Да. И вот это вот сорные ясень, и дальше сорные. Продолжается благоустройство площади Михаила Тверского. Работы ведутся по программе формирования комфортной городской среды. Уже уложено 250 квадратных метров брусчатки. Строители использовали гранит натуральных оттенков. Вроде бы неплохо получается, да, в принципе, да. Именно что-то такое природное ощущение, что это вот не слишком, не чересчур заорганизовано. Естественно. Укладка брусчатки началась еще на одном крупном объекте благоустройства в центральном районе. Площади у стелы «Тверь, город воинской славы». Нам нужно качество, да, прежде всего. Но если температурный режим уходит в плохой, так скажем, негативный, тепляки, палатки, все это делаем правильно. Вот участники выездного совещания изучают рабочие чертежи объекта. В верхней части брусчатка будет серой, в нижней перемежаться с красной. Ну, смотрите, по бордюрам везде здесь гранитный бордюр. Внешний это остается бетонный. Кроме того, на площади у стелы завершена отливка площадки из бетона. Сделана гидроизоляция и трубная разводка всех чаш фонтана. Монтаж насосной станции, прокладка линий электропередач. Все общественные зоны, где производятся работы, находятся на особом контроле. Мониторинг ситуации на каждом из объектов ведется в ежедневном режиме.